Так, ну что ж, всем привет, с вами мистер Миха. Продолжаем мы играть за фалерского футболиста в New Star Soccer. В прошлой части у нас был стрим. На стриме мы выиграли с PSG, то есть в нашем первом сезоне в PSG мы выиграли Лигу 1, Кубок Франции и Лигу Чемпионов. Тут по факту еще должен был бы быть Кубок Лиги, но что-то нету Кубка Французской Лиги. Так что... Вот. Ну а также мы с Фарерскими островами выиграли чемпионат мира. Так, у нас на 4 матча бутсы. Так, Македония, Фарерские острова. Ну, я думаю, мы фавориты. Мы ж нынешние победители Евро и нынешние победители чемпионата мира. Так что, думаю, будет неплохо. И мы забиваем Македонии. Так, имеем мы еще одну возможность забить гол в ворота Македонии. Так, пока что счет комфортный. 2-0 в пользу Фарерских островов. Но я думаю, счет не должен быть некомфортный, потому что это Македония. Но здесь мы промахнулись, и Македония один мяч у нас отыграла. Так, высокий пас. Так, ну хорошо, что только повернулся. Давай, добегай. Добегай. Снова беги. Давай, беги. И голевая передача. Выиграем 4-2, вполне комфортный счет. И сразу же мы с первой игры на первом месте. О, Греция. Мы с тобой встретились уже в обоих четвертьфиналах. То есть на Евро и на чемпионате мира. Беларусь выиграла Португалию в гостях. Ничего себе. А это уже сильно со стороны Беларуси. Так. ПСЖ Троис. Так. 1-0. По кашу. Это хорошо. А я промахнулся. Ну, 2-0 есть. Может дать... Давайте пас. Отлично. Я разбираюсь с игроками. И забиваю, и делаю дубль ворота Троиса. Давай еще дубль плюс голевую сделаем. 4-1. Ну. Да, конечно, уже в ПСЖ как-то не так интересно, потому что... Финал в прошлом сезоне
Не, то есть с Барселоной. Я вышел на Барселону в финале Лиги Чемпионов в предыдущем сезоне, и я ее обыграл вроде бы 6-1. То мы всех разносим. Здесь мы трое 7-1 выигрываем. 7-1. Идемте дальше. 250 тигр мы уже сыграли. Так, у нас в гостях Нант. Ну, не такой сильный клуб, и у нас новая евроквалификация. На самом деле, вот цель данного прохождения выиграть 6 раз чемпионат мира. Именно 6 раз. Собственно, наверное, мы по пути еще выиграем 6 евро. Выиграем Португалию на островах 3-0. Пустые ворота, и надо было добивать в них 4-0. Комфортный счет с португальцами, наверное, еще комфортнее, чем с Македонией. Ну да, Португалия пока что слабовато играет, хотя... Ладно, 4-1. Не так слабо, как я думал, но все же. Проиграть Беларуси, думаю, это надо постараться Португалии. Так. Ага. То есть мы теперь еще и по очкам выходим. Ну хорошо, неплохо. Так. Давайте выпьем зелье. Ладно, не зелье, а энергетика. Так. Нант ПСЖ. Нант, кстати, вот на 20-м месте. Его тем более надо обыгрывать. Нант и так как-то не самый сильный клуб. А тут он еще и на 20-м месте. Тут его надо обыгрывать. Так. За командниками из ПСЖ у нас отношение ухудшилось, так что пораздаем-ка мы передачи пока что угловой. И у нас снова не получается забить с углового. Хотя это возможно. Да, слабовато мы как-то Нант обыграли. Ну, ладно, он точно не на последнем месте был. Да, не уверена, Нант как-то обыграли. О, контракт-то на лучших условиях. Конечно, беру. Так.
У нас тут... А, да, у нас есть... свой конь. И он приносит нам 50 золотых. О, давай. Вообще классно. Победив скачки с помощью своей лошади. Так, получили мы 150 монет и купили новые бутсы. ПСЖ Монако. Да, хоть мы и сыграли не очень уверенно с Нантом, но это не означает, что Монако сегодня не проиграет. Потому что, как говорил Лузесет, пришел какой-то чел из белорусского чемпионата и начал всех унижать. Вот. С Монако у нас вообще как-то классно все играется. 3-0 уже. 4-0. Обыгрываем Монако. Пять ноль. Шанс прорыв для нас. Шесть ноль. Семь ноль. Вот мы как с каким-то Нантом на всего лишь один мяч забили какому-то Нанту. А Монако мы просто... Вот, восьмой мяч в ворота Монако залетает. А Монако мы вообще как-то очень сильно... Сильно прошлись по Монако. 8-0, ПСЖ Монако. А на каком сейчас месте Монако? На 17-м. Ну ладно, Монако тут почему-то не такой сильный клуб. Так, кто там у нас? Ювентус, Боруссия, Стандарт. А прошлое Монако, Боруссия и кто там еще? Вот я не помню, кто. Кан ПСЖ. Весьма неплохо. И на первой минуте мы открываем счет в матче с Каном. Пока 1-0. Пока побеждаем. Хотя какой 1-0, 2-0. Это мы первый мяч просто забили. Два один. Три один. То есть с Каном почему-то сложнее, чем с Монако играть. Почему так, я не знаю. 8 и 8 только. Ага, не являюсь, значит, капитаном команды. А кто там помимо и из французских клубов? Помимо нас, Лион. Надеюсь, ли он второе место займет и не вылетит при этом из Кубка Франции. Офигел совсем этот босс ПСЖ. Лишил нас капитанской повязки.
Так что ладно, в ПСЖ пробудем не 5 сезонов, а возможно уйдем зимой. Надеюсь, что и в Лион. Надеюсь, что Лион пройдет, и мы в Лион перейдем. ПСЖ Лили 1-2. Выиграет у нас Лили со счетом 1-3. И мы проиграли Лилю 1-3. Ну что, босс, доволен? Доволен ли босс? Думаю, не очень. Ассе ПСЖ. Ой, тот самый ассе, который мы выиграли в финале. Вот, пожалуйста, 2-0. Ну ладно, я как-то не особо... Ладно, невелика потеря, что потеряли капитанскую повязку, ну все же, не очень приятно. Какой смысл раздавать передачи, если можешь забить сам? Три. Это хорошо, что Бордо еще Монпелье тут не выиграл. Так. Марсель вылетел в Лигу Европы, так что куда мы можем перейти, так это... О. Блин, долбанный красный скакун не дал нам доскакать. Снова красный скакун нас вытесняет, хотя шли на... Так, ладно. Чё с командой ухудшилось отношение? Забиваем Монпелье. Ну ладно, если до зимы босс не вернет нам повязку капитанскую, мы уйдем в Лион. Надо глянуть в
Кубке ли Франции ли он играет? Чтоб шейхи тому боссу сказали: ты идиот, ты упустил на данный момент лучшего игрока мира. Он так ничего тогда не выиграет больше с ПСЖ, потому что мы будем в Лионе. По крайней мере, 3 сезона шейхи не потерпят. Три-три. О, а нас на второе место Бордо сместил. Как мило. Ну что ж, мило. А это... Сейчас. Не, ну я думаю, мы обгоним, конечно, Бордо. Один ноль. Два ноль. Ну ладно, думаю, время у босса есть вернуть нам повязку капитанскую или иначе. Они в последний момент упустят свой титул Леону. Свободный удар. А, ну да, ты ж... Я ж больше не капитан, а я уже хотел сместить игрока поближе, чтобы тот ударил. Четыре два. О, а вот и Леон. Так, сейчас мне надо именно Леон глянуть. Леон Лиль. Так, с донецким Шахтером Леон сыграл 1-1. Ну, хочется верить, что Леон выиграет Челси. Так. Так. Эрстах. Ну ладно, Лиль, я думаю, пройдет Эрстах. Но... Так, бьем и не забиваем. Ну что, давай бей, забивай. Да, конечно, думаю, Лили Леон выиграет. Потому что Лиль смог нас обыграть дома со счетом 3-1. Так,
Так, Лиль. Где не Лиля, Лион. На пятое место скатился. Да уж. Два один обыгрываем стандарт, только 2-1. Так, Леон. Леон Челси. Так, ну надеюсь, Байер проиграет Леону. Ангерс. Нет. Как приятно тебя после лишения капитанской повязки послать тебя нахрен. Два ноль. Я не сливаю ПСЖ, потому что, возможно, ли он там что-то не так сделает. Так. И Бордо ничил с Амьеном. Сделал и благодаря этому мы выходим на второе место. Ничья с Ниццей. Серия ничьих просто у Лиона. Надеюсь, она прервется на Байере. А именно Лион победит. Иди нахрен, босс. После лишения я капитанской повязки за то, что я помог вам выиграть Лигу Чемпионов. Я тебе больше помогать не буду. Ювентус выигрывает 3-1. Так, но я не хочу, чтобы у меня рейтинг скатился, в отличие от других игроков, так что я забью гол. Два, три.
3-3 с Ювентусом. Да, в отличие от Лиля, мы этот матч, можно сказать, спасли. Вот, закомбэчили. Проигрывали 3-1, но выиграли 4-3. Мы спасли этот матч. О! Леон в своей группе на первое место становится. Давай возвращай мне повязку. Потому что есть угроза, что я могу перейти в Леон. Отлично, 3-0. Отличный результат на шопинг. Что я тут вам куплю? Отремонтирую недвижимость, я не куплю. Кстати, что у нас с конем? О, отдохнул на 100%, готов нас возить и приносить нам деньги. Проскакали на коне, получили 100 старбаков. И еще 100 золотых. Класс, удачный заход получился. 200 золотых за участие на лошадях получили. Так, Леон. Леон и Эрстар. Надеюсь, Леон все-таки предложение сделает. Так что я продлевать пока контракт с PSG не буду. Я продлю его тогда, когда верну повязку. А если не верну, то я надеюсь, что меня зимой купит Леон. И опять я должен спасать вам матч. Пипец. Но это же не Ювентус, это Мец. И мы ему сейчас проигрываем 3-2. Вот. А, это кубок. А, то есть перевели в дополнительное время матч. Поздравляю, сокомандники, мы чуть не вылетели из Кубка Франции. И только благодаря тому, что у вас есть фарерский футболист, вы сейчас проходите в 1/16 вроде как, или в 1/8, где-то так. Леон. Леон Д выиграл, и основная команда Леона тоже выиграла. Хорошо. Надеюсь, мне... Да, мне Страсбург попадается. Хорошо, что Страсбург. Леон. Где Леон? Где Леон? А это... Ладно. Так, ну... Думаю, Леон должен выиграть. Я купил его еще. Еще одно снадобье. Так. Что там про средний? Нет. Средний. В среднем. Что там у нас? 9-3. Так, ладно. Но я надеюсь, Леон выиграет этот тяжелый матч с Лилем. Хотя, если он нас выкупит во втором круге, то... То, думаю, все равно у нас есть шансы... Хотя он только во втором круге может в этом сезоне нас купить в зимнее трансферное окно. Но все же Леону лучше не проигрывать.
А тем временем посажаем Ен-3-2. Четыре три. Пять три. Хорошая голевая передача. 5-4. Как-то Амьен разыгрался. Интересно. Босс ПСЖ. О! Круто. Леон становится на четвертое место в Лиге 1. Нет, Леон не мой самый любимый французский клуб. Просто Леон — это единственный клуб, в который можно перейти. Потому что Марсель вылетел еще в квалификации. Стоп. А, кстати, еще можно в Монпелье перейти. Сейчас, Монпелье. А на каком месте Монпелье? На третьем. А, то есть я могу еще... Ничего себе. Можно еще в Монпелье перейти. Круто. И Монпелье сейчас тоже на первом месте. Ну, я же варючу слежу. Мне хочется отомстить боссу. За такую наглость. Оденьте капитанскую повязку у того, кто помог выиграть. Это же хамство невообразимое. Так, 4-0. 4-0. Стандарт обыграл сенсационно Ювентус. Так, Монпелье. Монпелье проиграл Баварии 4-0. Леон. Леон опять ничью с Шахтером играет. Так, осталось еще сыграть две игры. Ну, значит, Леону надо... Надо обыграть Байер. Потому что, думаю, вряд ли они обыграют Челси. Так, Монпелье. Еще Динамо Бухарест и Реал. Угу. Так. Ну, у Баварии еще матч. Есть матч с Реалом. Ничего себе тут. Тренер Монако вызвал всеобщий смех на сегодняшней конференции, объявив о том, что его жена знает о футболе больше, чем руководящие лигой клоуны. Походу Гамула еще уже в Монако добрался. О, Мец, который мы только в дополнительное время обыграли, потому что сокомандники что-то наблюдали. И только благодаря нам
мы смогли отыграть еще два мяча и перевести время в дополнительное. И снова Мец нас выигрывает. Но пока что сомнительные шансы у Монпелье и Лиона выйти из группы. Но я надеюсь, что Реал выиграет Баварию. А Монпелье уже Динамо Бухарест обязан обыгрывать. Два один. Три один. Так, выигрываем. И только 7-7. Если бы не мы, вы бы сейчас ничью сделали и скатились бы ниже этого Бордо. Монпелье дома обыграл с трудом Кан, а Лион ничью с Реном. Так, ну ничья. Так, агент сообщает. Алло, сейчас. То есть я записываю ролик, а мне звонят. Серьезно. Так. Ну, Лион... А, стоп. Можно же еще болеть за Байер против Шахтера. Я Шахтера и не люблю, и не хочу, чтобы он обогнал Лион. И нас тоже стандарт выигрывает, прям как Ювентус сейчас. Ну, сейчас 1-1, уже не прям как Ювентус. Ничья. Два один. Четыре один. Так, сейчас давайте. Монпелье вышел на первое место. Так, Реал, видимо, ничью с Баварией сыграл. Так, ну шо ж сказать. Думаю, Монпелье вышел из группы. Пока что. У Монпелье больше как-то перспективы. Так. Так, сейчас у... Думаю, Шахтер вряд ли Челси выиграет, так что, думаю, Леону будет достаточно ничьи с Байером. Если же нет, то перейдем в Монпелье. О, Фарерские острова. Вот здесь мы реально капитан. Вот здесь босс как-то более благодарный. Нам Босния Фарова. Фарерские острова. Так. И мы забиваем это Боснии. На 25-й минуте. Два ноль. Дубль ворота Боснии. Ну тут бить надо. Хитрик ворота Боснии. Сейчас будет покер. Покер ворота Боснии.
Оформляем покер. Идем дальше. Португалия добывает свою первую победу с Грецией. Да, мы фалерский волшебник. Так, а трансферное окно уже открылось. Нет. Открываем счет в матче с Дижоном, а потом Дижон сравнял счет. И я попадаю в перекладину. 2-1. Три один, хорошо, 3-1, победа. Ну давайте. Это не ударная позиция. Выводите меня на ударную позицию. О, вот ударная позиция. Ну отдадим передачу. Четыре один. Да уж. Не очень благодарная ПСЖ. За то, что мы им Лигу Чемпионов добыли. Ну ладно. Что там было? Сейчас глянем. Так, ладно, все ок. Фарерские острова, Беларусь, 0-1 пока что. Беларусь выигрывает сенсационно. Но сенсации не будет, потому что мы сильнее Португалии. Держите. 2-1. Пожалуй, 2-2. Теперь 3-2. Выиграем Беларусь 3-2. А мы ж уже с Беларусью встречались в групповом этапе Евро. Тогда мы вышли из группы. И в итоге стали победителями. Держи мячик. 6-2. 6-2. 7-2. Сейчас будет 8-2. Разгромили Беларусь 8-2. Покер плюс 3 голевых передач. Как будто взбудоражил его, как будто никто не видел, что мы творили на чемпионате мира, на Евро, в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы, в чемпионате Франции, в Кубке Франции, в чемпионате Беларуси, в Кубке Беларуси. Ну ладно, белорусский чемпионат с кубком не такие сильные, как французские. Французские. Ладно, вы поняли. 2-1, Ювентус ПСЖ. Я опять должен спасать вас. Обалденные вы, конечно,
Обалденная команда вы, конечно. Если уж надеетесь на меня играйте, сбрасываем на меня, а дальше уже как пойдет. Но мы, тем не менее, лучший игрок матча. Байер вышел дальше вместе с Челси. А достаточно было ничьи. Так, Монпелье. Ну, Монпелье на второе место занял. Ладно. Так, значит, Леон в сторону, и теперь болеем против Ленца в Кубке Франции. Когда там трансферное окно откроется? Один. Ну, пока неплохо. 2-1. Два. Так, Монпелье. Ага. Ассе, вы дома обыграли минимально 1-0. ПСЖ Страсбург и Монпелье. А, Монпелье на выезде играет. Да уж, мы проигрываем Страсбургу дома 3-2. Так, я вижу, Страсбург может отыграть. Гол? Да не надо меня задеть, на ударную позицию вводи. Так, отлично. 3-3. Что-то как-то тяжело ПСЖ играет, но я не поэтому хочу перейти. ПСЖ начал играть как-то тяжело после того, как нас лишили.
5-4. Но один гол все-таки смогли отыграть страсбурцы. Так. А Монпелье вылетел из кубка. Ладно. Значит, нет смысла переходить ни в Монпелье, ни в Лион, так что продлеваю, значит, контракт. Четыре ноль. О, как мы тут их покрутили. Классно. Пять ноль. Ну что ж, всем пока.